Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm în această seară cu consilierul președintelui ucrainean, cu domnul Mihailo Podoleac, care este în direct cu noi. O să avem o discuție în limba rusă, așa că rugăm înțelegere, mai ales pentru mine. Добрый вечер, господин Подоляк. Добрый вечер. Спасибо за ваше время и что уделили нам ваше время. И, конечно, хочу еще извиняться перед зрителями и перед вами за мой русский язык. Я попытаюсь говорить правильно. Если что, пожалуйста, поправьте меня, если я буду делать какие-то ошибки. Так, у нас немного времени, поэтому я уже хочу к вопросам подойти и спросить вас, на каком этапе сейчас находится война? Война сейчас перешла в затяжную фазу. Это, скажем так, абсолютно отдельная уже фаза, которая в мягкой степени связана с первой фазой, когда была попытка атаковать сразу всю страну и захватить несколько крупных городов. Она провалилась, в полном объеме провалилась, потому что оказалось, что россияне на сегодня, конечно же, совершенно не в состоянии воевать в национальном смысле этого слова. Сейчас война перешла в такую достаточно жестокую, интенсивные боевые действия на востоке Украины. И частично оккупация юга Украины. Да? То есть это абсолютно агрессивная модель ведения войны, когда используется тяжелая артиллерия, обстреливают наши позиции в полном объеме. Там превосходство в артиллерийском снаряде достаточно существенно. Вы же понимаете, Россия долгое время накапливала именно для войны против Украины, накапливала оружие. Да? То есть идет авиационная бомбежка, да, постоянно наших позиций. Используются реактивные системы залпового огня в полном объеме. То есть Россия сегодня в Украине, на востоке Украины, это Донецкая, Луганская, прежде всего, области, использует все виды неядерного оружия. Это очень важно, чтобы понимали, в том числе в Молдове. То есть Россия практически абсолютно равнодушна к тому, как она ведет войну, она не применяет там стрелковое, да, все же могут думать, что применяет там пулемет, автомат и так далее. Да. Скажите, пожалуйста, выиграет ли Украина эту войну? У Украины нет ни одного шанса проиграть, потому что иначе перестанет существовать украинская государственность. Россия поставила себе целью уничтожение Украины не с точки зрения там, территориальных частично захватов, или с точки зрения там, каких-то переделов рынка, или с точки зрения там, уничтожения украинской инфраструктуры, да, там, торговой, перевалок и так далее и тому подобное. Нет. Россия поставила очень конкретную цель. Украина должна перестать существовать. То есть нужно будет уничтожить частично население, максимально там количество населения в Украине, мирного населения, разрушить практически все города, вот то, что они сделали с Мариуполем, сейчас они делают то же самое в Северодонецке, то есть практически вся Донецкая область будет разрушена, это принципиальный вопрос для Российской Федерации, разрушить города и убить максимальное количество мирных граждан. Вот эта цель России, помимо всех остальных целей, безусловно, есть другие практические цели, да, например, создать системное миграционное давление с Украины на Европу, миграционное, подчеркиваю, создать управляемый продовольственный кризис, который Россия попытается решить, создать, условно говоря, давление в акватории Черного моря, что очень важно, например, для Турции, Румынии и так далее. Вот эти цели все преследуются. Для Украины нету никаких вариантов, кроме победной войны, кроме того, чтобы выбросить Россию со своей территории, защитить свою государственность, у нас других вариантов физически нет. Да, какая обстановка сейчас в Херсоне, Николаеве и Запорожье? И есть угроза прорыва фронта и дойти до Одессы? На фронте действительно тяжелая ситуация, там идут в высокой степени интенсивности бои. Таких боев Европа не видела уже, наверное, лет 70, ну, после Второй мировой войны. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это, еще раз подчеркиваю, не перестрелка стрелковым оружием или там, используя пулеметы, и даже не танковая перестрелка. Русские используют практически все, что могут, включая очень сильные крылатые ракеты, которые летят на расстоянии от 1,5 до 5 тысяч километров. То есть, чтобы было понятно, объем оружия, который использует Российская Федерация, она практически утюжит территорию Украины. Поэтому, безусловно, идут тяжелые бои. Что касается обстановки в Херсоне, Николаев и Запорожье находятся под полным контролем Украины. Безусловно, там вполне нормальная жизнь. Вот там, где находится Украина, там везде нормальная жизнь. Где находится Россия, например, в Херсоне, безусловно, там оккупанты. Люди находятся в страхе. Это, по сути, такой лагерь в виде города. Да?
То есть там ездят постоянно вооруженные люди, там постоянно идут стрельба какая-то в воздух, условно говоря, там постоянно людей арестовывают под какими-то надуманными предлогами, ну, люди ж лояльны к Украине, понимаете? То есть там нету проявлений сепаратизма. То есть в отличие от 2014 года, в 2022 практически нигде, ни на юге, ни на востоке, проявлений сепаратизма в массовом виде не было, как в Крыму. Такого сейчас даже близко нету. Есть отдельные субъекты, их очень мало, да, которые принимают, ну, как любой, смотрите, в любом народе есть там маленький процент предателей потенциальных. Вот у нас оказалось там несколько десятков предателей, которые становятся типа мэрами, самоназванными мэрами каких-то там органов власти Российской Федерации, да, на территории Украины. Все это не имеет никакого значения. Безусловно, Херсон, безусловно, Мелитополь, безусловно, Бердянск, они будут деблокированы. Вот сейчас партнеры помогут нам немного с оружием, объективно помогут, да, потому что Украина ж не Россия, еще раз подчеркиваю, мы не тратили столько денег на оружие, да, оно нам не нужно было. И так далее. Вот нам партнеры помогут, и мы достаточно жестко деблокируем все наши оккупированные территории. И никто с Российской Федерацией об этом говорить не будет. Будем просто деблокировать. Вернемся к вопросу. Есть угроза прорыва фронта и дойти до Одессы? Безусловно, у россиян такие планы есть. Они же не скрывают, что они хотят максимально жестоко уничтожить возможность Украины доступа к Черной акватории Черного моря. Это один из их сценарных планов. Но, на мой взгляд, я скажу откровенно, у России на сегодняшний день нету ни малейшего шанса существенно продвинуться уже по территории Украины. Это будут небольшие такие продвижения на километр вперед, на километр назад в районе основных боев на востоке Украины. Все, что касается юга, там нету ни малейших шансов у России существенно куда-то продвинуться, даже если они попробуют вот эти операции, которые касались десантирования в районе Одессы. Это тоже невозможно на сегодняшний день. Да. Как раз я хотела спросить, какая вероятность атаки Одессы с высадкой десанта с моря? Таких атак в первые полтора месяца было предпринято более десятка. Все они были неуспешны даже тогда, когда Россия практически монопольно контролировала акваторию Черного моря в районе украинских портов. Да? Сегодня это невозможно в принципе. С учетом тем более передачи нам специального оборудования ракетного, да, для защиты акватории, вот в частности в районе наших портов, в том числе Одессы, высадка десантов или попытки Россия может предпринимать, но у них нет ни малейшего шанса, еще раз подчеркну, зайти через Одессу на юг Украины. Скажите, получение иностранного оружия усилило обороноспособность Одессы? Абсолютно. То есть специальное ракетное оборудование, которое необходимо для защиты именно от нападения с морской акватории, оно существенно усилит одесский гарнизон и Одессу как таковую. То есть, еще раз подчеркиваю, Россия может предпринимать любые попытки. Они же в основном по Одессе сегодня наносят удары не десантом, вы же понимаете, да? И даже не кораблями, условно говоря. То есть, грубо говоря, все удары по Одессе сегодня — это удары крылатыми ракетами с базирования, с бомбардировщиков стратегических авиаторов. Внимательно послушайте, принимают стратегическую авиацию в районе Каспия, допустим, и атакуют нам Одессу крылатыми ракетами. Вот и все. Вот они так ведут войну. То есть они бьют по мирным кварталам. За это время в Одессе никаких объектов военной инфраструктуры они не уничтожили. Они уничтожают только жилые кварталы. Да, к сожалению, это так. Это трагическо очень-очень. Мы смотрим, конечно, что там происходит. А скажите, есть риск захвата Одессы и дойти до Приднестровья? То, что вы раньше сказали, это никакой риск, да? Нет риска захвата Одессы. Украина точно не позволит продвижению по южному направлению. Категорически мы не позволим это. У нас достаточно сил и средств на направлении, на южном направлении. Николаев тоже мы не отдадим. Не только Одессу, но и Николаев. Безусловно, мы сегодня занимаемся пониманием того, разрабатываем понимание того, как мы будем деблокировать Херсонскую область. Потому что нам нахождение вот этих вот субъектов, да, с российскими паспортами на территории Украины крайне невыгодно в любой перспективе, вы понимаете. А может ли русский флот атаковать Килию, Ирень или Рень, да, через Дунай, например? Смотрите, для того, чтобы я бы все-таки одновременно и серьезно относился к России, да, потому что у них все-таки еще достаточно сил и средств,
Более того, они по своему мировоззрению готовы убивать людей на любой территории. У них какие-то там идефикс есть, ну какие-то идеи, да. Они могут попытаться атаковать через любое направление, да. Но в то же время я бы не переоценивал их военные таланты. Они не способны, скажем так, разработать уникальные спецоперации, особенно там в Дунайской акватории, скажем так, да, тут я бы был осторожен максимально там, держал резервы в необходимом объеме, да, постоянно проводил разведывательную работу, в том числе контрразведывательную против российских, условно говоря, специально обученных людей, которые дают оттуда информацию, но тем не менее, я считаю, что вероятность достижения успеха на любом южном направлении, в том числе через Дунай, да, ничтожно мала для России. А почему мост в Затоке атакуют так часто? Они хотят, это очевидная тактическая задумка, она предполагает обособление части фрагмента территории Украины от остальной части Украины, для того, чтобы попытаться все-таки на эту часть территории десантироваться. Еще раз подчеркиваю, все это находится сейчас под тотальным контролем Украины. Мы абсолютно точно понимаем их намерения, в том числе в акватории Черного моря, в том числе с попыткой обособить часть территории Украины, небольшую часть территории Украины. Я понимаю, что она имеет выход в Приднестровье в том числе, да? Тем не менее, Украина все это контролирует. Еще раз подчеркиваю, для нас расширение театра боевых действий, особенно за счет того, что они попытаются сыграть какую-то игру на одесском направлении, крайне невыгодно, поэтому мы этого не допустим. А скажите, что означает, что остров Змеиный контролируется российскими войсками? Я бы не сказал, что российские войска контролируют остров Змеиный. Остров Змеиный находится постоянно под перекрестным огнем, в том числе со стороны Украины. Мы достаточно эффективно противодействуем тому, чтобы они там разместились обстоятельно. Для России это было важно, контролировать остров Змеиный с военной точки зрения, чтобы закрыть для себя возможность подхода кораблями ближе к украинской территории. То есть остров Змеиный позволял ближе подходить к украинской территории. Так как сегодня остров Змеиный не контролируется в том объеме, в котором россияне хотели бы его контролировать, безусловно, они не имеют возможности свои остатки своих черноморских эскадр, да, подводить ближе к берегам Украины. А разблокирование порта Одесса и восстановление торговли, как вы видите? Это сложный вопрос. В этом вопросе сегодня участвует много и международных организаций, и стран-соседей, в том числе Турция. Да? Вопрос идет в чем? Русские не намерены никоим образом позволить заработать в экономическом смысле каким бы то ни было портам Украины. Они именно потому блокируют, что хотят перехватить позиции Украины на международном рынке и создать, в том числе на продовольственном глобальном рынке, создать искусственный кризис для Северной Африки, для части азиатского континента, да, создать существенный продовольственный кризис для того, чтобы попытаться расторговать вот этот кризис на снижение санкционного давления на Россию. Это примитивная шантажная тактика, она очень понятна для Украины. К сожалению, в международных институтах, в некоторых, да, скажем так, они всегда понимают истинные намерения России и по-прежнему продолжают играть, иногда занимая частично пророссийскую позицию, что крайне опасно для глобальной политики. Да, у нас немножко со звуком проблемы, но мы вас понимаем. Или мы возьмем короткую паузу на рекламу и вернемся. Давай. Так что оставайтесь с нами. Рамынец Кунонян, туарчем имедиат дупа пауза. Да, континуем. Господин Подоляк, как вы считаете, Россия сможет напасть на Молдову раньше, чем закончится война в Украине? Или раньше, чем, не дай бог, например, оккупирует Одессу, если даже вы сказали, что это невозможно? Смотрите, ну, безусловно, я не готов отвечать за мотивацию российской политической элиты. Она непредсказуема, они абсолютно неадекватно оценивают и свое место, и свою роль, и свои силы. Тем не менее, они чем опасны? Они опасны вот этой психической настроенностью на уничтожение людей. Безусловно, попытки любые могут быть. Но у меня есть большие сомнения, что Российская Федерация начнет какую-то кампанию против Молдовы. Ну, то есть имеется в виду, пока не закончилась кампания в Украине. В Украине кампания должна закончиться разгромом российской группировки на востоке и тем более на юге страны. Поэтому, в принципе, Молдова может очень внимательно смотреть за этим. Но я дам один совет Молдове, да, все-таки иметь хорошие отношения с партнерами европейскими, да,
провести модернизацию армии, подготовить необходимое защитное сооружение, если необходимо, по направлениям возможных ударов и так далее. То есть быть готовыми в любом случае, потому что Россия, подчеркиваю, пока Россия не проиграет в Украине, она представляет для Европы, для всей, не только для Молдовы, чрезвычайную опасность. Они будут пытаться шантажировать по разным направлениям, пытаться проводить какие-то специальные мероприятия, пытаться запугивать людей, в том числе людей в Молдове, в Румынии и так далее. Поэтому еще раз, необходимо очень хорошо работать в разведывательной части, в контрразведывательной части, внимательно отслеживать передвижение того, что происходит в Приднестровье в том числе, да, и так далее. Вот и все. А как вы будете реагировать на при возможной атаке, например, со стороны Приднестровья? Имею в виду от российской армии, которая там находится, или местных сил? Если любая попытка зайти на украинскую территорию будет немедленно встречена активной оборонительной позицией украинской армии. Если так, как только кто-то из территории Приднестровья зайдет на территорию Украины, безусловно, будет немедленный, активный проведена работа в военном смысле слова против этих сургентов, которые зайдут на нашу территорию. Что касается сотрудничества с Молдовой, то, безусловно, это уровень правительств, да, между собой координировать, как, какую информацию, как воспринимать и так далее. Я думаю, что у нас между нашими правительствами достаточно хорошая связь на сегодняшний день. Я не вижу проблем в координации оценки тех или иных событий по периметру и Украины, и Молдовы. Да, про отношения мы, конечно, еще поговорим. А скажите, были заявления от украинских официальных лиц про возможную атаку на Приднестровье? Конечно, нас это очень побеспокоило. И если у вас есть какой-нибудь конкретный план, в каком случае это может быть и как, скажите нам, пожалуйста. Смотрите, еще раз, у нас есть несколько направлений, по которым необходимо правильно оценивать ситуацию. Первое. Безусловно, Россия рассматривает любые сценарии вторжения на те или иные территории. Суть Российской Федерации — это эскалация и попытка захвата каких-то плацдарменных территорий в чужих сопредельных государствах. Это стратегия Российской Федерации. Безусловно, такие планы у них есть. Еще раз, Россия имеет очень много милитаристских, экспансионистских планов по захвату чужих территорий и по убийству там местного населения. Это концепция современной российской государственности. Это первое. Второе. Наша разведка, безусловно, все время отслеживает какие-то там попытки, просачивается информация о том или ином. И, безусловно, в превентивных целях, подчеркиваю, в превентивных целях разведка обозначает, что возможны подобные эксцессы, в том числе по линии Приднестровья, для того, чтобы и Молдова, и Украина, мы были готовы к возможным сценариям. И, наконец, третье. Россия не отказалась от пропагандистских способов давления, запугивания стран. То есть постоянные вбросы о том, что обязательно будет война на территории Молдовы, она должна создать панические настроения в Молдове. Поэтому я говорю, относитесь к этому серьезно, но без паники. Вот и все. Хорошо, а эти сценарии обсуждаются с молдавским руководством? Ну, безусловно, у нас есть координация между правительствами, но я думаю, что определенного рода информация в публичном пространстве, вы сами понимаете, обсуждаться не должна. Все-таки это достаточно чувствительная информация, она секретная информация, она идет по протокольным, безусловно, процедурам обсуждения, по закрытым спецсвязям и так далее. Но координация между нами и Европой, и всеми европейскими государствами сегодня на очень высоком уровне находится, в том числе с Молдовой, с Румынией и так далее, со всеми странами, которые находятся в этом регионе, ну, о котором мы сейчас говорим. То есть координация находится в постоянном, на постоянном высоком уровне. Хочу еще раз это подчеркнуть. Обсуждается ли с кишиневскими властями возможность помощи Украине, Республике Молдова в случае, конечно, агрессии России? Смотрите, обсуждаются любые варианты помощи, взаимопомощи и так далее. Мы же в европейском сообществе, по сути, правильно? И Молдова, и Украина. Несмотря на то, что мы не являемся сегодня официально членами Европейского Союза, тем не менее мы являемся членами Европейского Союза по умолчанию, де-факто. И, соответственно, конечно, идут консультации между нами и Молдовой, между Румынией и нами и так далее. Безусловно, в случае возникновения какого-либо эксцесса координация будет на совершенно другом уровне и, безусловно, будет взаимная помощь. Это даже не обсуждается. Точно так же, как будет, я уверен, Молдове помощь со стороны Европейского Союза и тем более со стороны партнерской страны под названием Румыния. Безусловно. Так Румыния является страной НАТО, так что здесь немножко по-другому, не так я понимаю, легко. Мы прекрасно понимаем.
понимаем, мы же говорим о разных уровнях взаимопомощи. У нас же сегодня тоже идет разного уровня взаимопомощи с европейскими странами, в том числе со странами НАТО. Мы же говорим о разных уровнях помощи, конституционной, финансовой, гуманитарной, военной и так далее. Мы об этом и говорим. То есть, еще раз подчеркиваю, для нас принципиально важно, как и для Молдовы, принципиально важно сохранить этот регион без российского присутствия. Это ключевое. Любое российское присутствие в этом регионе будет постоянно создавать напряженность и будет постоянно провоцировать эскалацию в регионе. Ни вам, ни нам, ни Молдове, тем более Украине, это точно не нужно. Поэтому будут предприняты совместные, подчеркиваю, между Молдовой, Украиной и другими странами Европейского Союза, да, которые де-факто и де-юре являются членами Европейского Союза, все действия, необходимые для превентивного предупреждения любой попытки России укрепиться в этом регионе. Если такие попытки, подчеркиваю, будут на сегодняшний день, такие попытки предпринимались ранее, сейчас все контролируется в акватории Черного моря Украиной. Значит, мы можем положиться на друзей, на соседей, если что? Украина, мне кажется, сегодня уже в мире должны, ну и в Европе прежде всего, все должны понимать, что Украина – это страна, которая, первая, готова платить любую цену за собственную свободу, будет отвечать за своих партнеров и друзей, защищая их в том числе от попыток Российской Федерации взять чужие территории или устроить там какой-то геноцид и так далее. То есть Россия сегодня имеет принципиального врага, давайте об этом прямо говорить, это Украина, которая точно будет до конца защищать всю региональную безопасность. И на слово Украины, мне кажется, в Европе уже это тоже понимают, можно вполне положиться. Украине нужно доверять максимально. Единственное, что нам бы хотелось, чтобы Европа все-таки более быстро нам помогала. Вот в этом плане, с точки зрения оружия, с точки зрения там, дополнительных гуманитарных конвоев, дополнительных финансирований разных программ и так далее. Да, как вы прокомментируете отказ Молдовы предоставить вам самолеты МиГ-29? Ну, это решение, внутреннее решение любой страны. Каждая страна сама для себя определяет. Я понимаю, что есть риски для каждой страны, есть существенные риски вовлечения в ту или иную эскалацию, в те или иные боевые действия. Вы должны понимать, что Россию все-таки по-прежнему воспринимают как страну, которая достаточно беспредельно может, в принципе, вламываться в другие страны и пытаться навредить. Я понимаю, что не все готовы, как Украина, принимать максимально жесткий бой в ответ на российскую экспансию. Да? То есть, и поэтому каждая страна сама для себя решает ту степень вовлеченности в конфликт, которая для нее приемлемой. Я думаю, что Молдова, в принципе, занимает абсолютно проукраинскую позицию. Она нас поддерживает, мы это видим. Там есть наши беженцы, там, ну, люди, вернее, временно перемещенные, которые вынуждены убежать от войны и так далее. Мы понимаем и гуманитарные задачи, которые совместно у нас решаются и так далее. Тем не менее, все риски, которые Молдова для себя сама видит, она сама определяет степень военного участия в этом конфликте. А не смутило ли вас то, что Молдова не присоединилась к санкциям против России? Это хороший вопрос, но опять же вы задаете его не совсем по адресу. Да? Я все-таки отношусь к номенклатуре украинского государства. Я не до конца могу анализировать, у меня нет всей информации, которая была бы достаточно, чтобы анализировать причины принятия того или иного решения молдовским правительством. Да? То есть, соответственно, мне тяжело об этом судить. Тем не менее, я вижу, что ряд стран еще не до конца понимает все угрозы среднесрочной и долгосрочной перспективы, которые исходят от Российской Федерации. То есть мне кажется, что было бы проще и нам в том числе победить в этой войне, если бы все до конца поняли, что Россия не является в будущем субъектом для юридических корректных переговоров. То есть Россия является исключительно субъектом, который собирается уничтожать другие страны и другие народы. И поэтому соответствующая модель поведения должна быть. Не надо думать, что можно будет завтра возобновить с Россией какие-то нормальные добрососедские отношения. Необходимо понимать, что сегодня нужно сделать большую ставку всем странам. Это не только Молдовы касается. Все страны должны были бы сделать ставку на максимально быструю и эффективную помощь Украине. А Украина уже в свою очередь бы нанесла военное прежде всего поражение, а потом и дипломатическое поражение Российской Федерации. Только в такой конфигурации возможно решение сегодняшней проблемы войны и мира. Да, понятно. Конечно, мы про помощь еще далее поговорим. А сейчас давайте поговорим насчет про заявление о вступлении Украины в Евросоюз. Какой ответ вы ожидаете в июне месяце? Безусловно, мы ожидаем позитивного решения.
я объясню, это очень просто. Тут вопрос уже даже не в экономике, мы являемся неотъемлемой частью Европы. С ценностной точки зрения мы сегодня защищаем те ценности, которые лежат в основе создания европейского сообщества как такового. И для нас, для нашего общества, которое платит сегодня немыслимую цену за свободу, демократию, конкурентность, политическую конкуренцию, свободу слова, свободу вероисповедания и так далее, за все то, чего нету абсолютно в России, и Россия именно против этого, в том числе, воюет, да, то для нас символично, крайне важно для общества, для морального ощущения внутри украинского сообщества, это поддержка Европы через предоставление членства, кандидатства в члены Евросоюза. Для нас это крайне важный символический шаг, который Европа может сделать героическому украинскому народу. Я надеюсь, что они и сделают, европейское сообщество сделает, потому что мы знаем настроение в Европе, мы знаем настроение не только в политической элите, но и среди различных сообществ в разных странах, да, они крайне проукраинские сегодня, они крайне заинтересованы в том, чтобы Украина была членом европейского сообщества. Поэтому мы ожидаем позитивных результатов. И это, кстати, крайне важно для здоровья самой Европы. Украина, которая проходит сегодня через войну против варварской цивилизации под названием Россия, да, она позволит и Европе обновиться, то есть обострить эти ценности, ради которых мы сегодня умираем. Свобода, ну, условно говоря, конкуренция, ну, все, что касается свободного рынка и так далее. Скажите, пожалуйста, Молдова и Грузия присоединились к этой возможности. Считаете ли вы, что эти три заявления должны быть рассмотрены вместе или по отдельности? Ну, с моей точки зрения, безусловно, было бы хорошо, чтобы все эти заявления рассматривались в том числе вместе с украинским, два других заявления, да. Почему? Потому что все это позволило бы нам более серьезно поддавить Российскую Федерацию в моральном смысле слова. Для каждое подобное действие, вот если, например, три страны, против которых Россия в свое время, в то или иное время воевала, и у которых украла часть территории, давайте опять же вещи прямо называть своими именами, и у Молдовы, и у Украины, и у Грузии, Российская Федерация вероломно, войдя туда своей ордою, своей варварской армией, да, захватила часть территории. Так мне кажется, что было бы крайне символично, чтобы все эти три страны получили надежду быть европейскими странами, действительно, в европейском сообществе жить. Да. Это было бы очень символично, и в то же время было бы серьезным ударом по российской пропаганде. Не думаете, что это не проблема, что Украина как бы из-за того, что там происходит, конечно, может она больше, чем другие страны, имеет шансов? Смотрите, это не вопрос больше или меньше другие страны. Знаете, в истории навсегда будет записано, что заняла особое место уже в истории человечества, да, как страна, которая воюет против действительно варваров 21 века, да, и так далее, и которая платит невероятную цену, у нас тысячи мирных граждан погибают, детки погибают и так далее. И это уже будет страница, вековая страница, и для Украины она всегда будет на особом месте в истории Украина, да. То есть и теперь нам не принципиально, кто в большей степени заслуживает, кто в меньшей степени заслуживает. Мы свое место в истории уже доказали. И теперь мы хотим, чтобы больше стран ушло от Российской Федерации. Страна под названием Россия должна быть изолирована от мира. Она должна жить за железным занавесом. Еще раз скажу, они не демократичны, они людоедски построенные государства. Они всегда будут атаковать другие страны, потому что они не умеют жить. Они не умеют жить в комфорте, они не хотят вкладывать деньги в развитие собственной территории. Посмотрите, это отсталые, очень дремучие города. Вы просто не знаете настоящую Россию. России нету, кроме Москвы и Петербурга, других городов нету. Это абсолютные развалины. Вот они хотят развалины устроить по всей Восточной Европе, потому что это единственный способ. Если мы живем плохо, мы хотим, чтобы все жили точно так же плохо, чтобы все жили на развалинах. Вот их мировоззрение. Поэтому для нас принципиальный вопрос, чтобы все страны, которые гораздо более цивилизованные, а Молдова и Грузия намного более цивилизованные страны и более современные, чем Россия, и намного более важны для человеческой цивилизации в целом, для нас приоритетно, конечно, чтобы они вместе с нами зашли в Европейский Союз и таким образом подчеркнули приверженность европейским ценностям. А как, по-вашему, отреагировала Грузия на ситуацию в Украине после начала войны? Еще раз, смотрите, я не готов отвечать за состояние той или иной политической элиты в той или иной стране. Да? Это их выбор всегда.
как и в жизни, вообще выбор каждого человека делается самостоятельно. Вот Украина свой выбор сделала. У нас президент проявил невероятное мужество именно, еще раз подчеркиваю, не даже не как человек, это само по себе понятно, да, а именно как политический лидер, да, то есть он взял полную ответственность. То есть он сегодня ведет непосредственно, как верховный главнокомандующий, войну против Российской Федерации. Каждая элита, каждая страна сама определяет степень того, как она хочет, чтобы ее оценили потомки. Вот Молдову оценят ваши потомки, как вы в эти дни себя проявили. Германию оценят потомки, но ваши потомки, я имею в виду молдаване, да? Точно так же, грузины сами должны оценить действия их правительства. В том числе после того, как Российская Федерация потерпит неизбежное, подчеркиваю, поражение. Иначе у мира будут проблемы, которые будут в геометрической плоскости умножаться. Господин Подоляк, но все-таки я хотела бы спросить вас, как вы оцениваете помощь европейских партнеров? Что вы от них ожидали и что вы от них получаете? Я, как советник главы Офиса Президента, оцениваю помощь европейцев крайне позитивно. Я вижу несколько важных для нас вещей. Первое – это абсолютная консолидация проукраинской позиции. Вся Европа, практически за исключением там буквально отдельных политиков, да, или там даже немножко одной страны, допустим, да, заняли исключительно проукраинскую позицию. Одной это стороны первое. Кто она? Венгрия? Кто? Еще раз. Одной стороны это кто? Ну, это Венгрия. Она заняла достаточно странную позицию, такую. Но опять же, это выбор венгров. Это ж не выбор Украины, это выбор венгров. Значит, это первое. Второе. Европа после нескольких первых дней, там, может быть, недели шокового состояния, когда они не знали, что нужно делать, как и так далее, заняла активную позицию и начала так в тех или иных направлениях оказывать помощь Украине. Третье. На сегодняшний день мы имеем и финансовую поддержку, и гуманитарную поддержку, и работу с нашими вынужденными переселенцами, которые убегают от войны вместе с детками, убегают в Европу, да, пока. Ну, потому что потом они, конечно, вернутся в Украину. Четвертое, консультационная помощь. Пятое, помощь санкционная, да, то есть отличные пакеты санкций. Не всегда, конечно, в том объеме и в той скоростью принимается, как нам бы хотелось, но тем не менее принимается. Военная помощь, то есть оружием помощь, да, разными видами оружия. Безусловно, у нас хотелось бы, нам хотелось бы в Украине, с учетом того, что у нас интенсивная война каждый день, в том числе каждый день забирает жизнь наших солдат, да, нам бы хотелось, чтобы все это было бы быстрее, намного быстрее, чтобы было бы меньше бюрократии. Но мы понимаем, что старая Европа, она живет по правилам. Возможно, правила, по которым она живет, они хороши, и они позволяют Европе не делать больших глобальных стратегических ошибок. Тем не менее, мы считаем, что помощь могла бы быть более объемной, военная, и в более быстрое время. И, наконец, самое главное, нам бы хотелось, чтобы все-таки санкционное давление действительно было существенным, то есть принимались бы дополнительные всегда ограничители для работы российских банков и российской энергетики на внешних рынках. Это крайне важно. Да, мы возьмем еще вторую паузу рекламы и вернемся быстро. Так что оставайтесь с нами. Рамилецку, ну и не торчим иммедиат. Континуем. Господин Подоляк, скажите, пожалуйста, что дальше будет? Как и когда можно достичь мирное соглашение? Очень такой сложный вопрос. В силу того, что, еще раз подчеркну, я верну нас к началу нашего разговора, к сожалению, Российская Федерация, она сама, вот политическая элита России, сама влюбилась в собственную пропаганду. Они действительно верят в те мифы, которые они распространяют, что весь мир наполнен нацистами, что весь мир нужно уничтожить, что НАТО с ними везде воюет, что нужно убивать всех, кто будет против России, что русский мир должен идти везде и так далее. То есть они в это искренне верят. И, конечно, они считают, что Украину нужно уничтожить. Это тяжело, понимаете, садиться за стол переговоров, когда вторая сторона искренне говорит, что мы будем убивать вас, потому что мы хотим эти земли заселить потом своими людьми. Они же это уже делали неоднократно в истории человечества, да, когда Россия уничтожала какую-то часть населения для того, чтобы заселить ее своими там, ну, ворами, бандитами, тюремщиками. Ну вот это все, что они любят, вот это все мракобесие свое куда-то заселять. Кстати, между прочим, вот эти республики, квази-республики, как правило, да, на всех территориях, у вас, в Грузии, там, у нас,
особенно у нас в Ордло, да, у них же там руководящие органы, как правило, состоят из каких-то мелких средних бандитов. Я даже не понимаю, кто это. Ну, то есть это понятно, что это не интеллектуальная элита становится коллаборантами или становится руководителями квазиреспублик, да, то есть ни один нормальный человек не будет натягивать на себя звание премьер-министра несуществующей страны, понимаете, то есть не хочет быть самозванцем, ну, безусловно. Так вот, как это будет заканчиваться? Это тяжело сказать по срокам, сразу говорю. Почему? Это зависит от многих параметров. Своевременность и объем поставки нам оружия. Мы без соразмерного России объема оружия, безусловно, не сможем их деблокировать быстро, потому что мы, в отличие от русских, ведем войну по-другому. Мы своих людей очень сильно ценим и бережем. Для нас каждый человек – это добавленная стоимость к цене нашего государства, потому что он мог быть великим математиком, великим музыкантом, великим историком и так далее. Для нас это очень умные, ценные люди. У россиян воюют в основном это ненужный им абсолютно человеческий контингент, который не генерирует добавленную стоимость. Они просто отребье, которое живет там в каких-то республиках, я не знаю даже, кто это и что это, это они их не жалеют. Поэтому им людей своих не жалко. И у них поэтому война идет немножко по другому принципу. Они берут и отправляют количество этих людей, чтобы они забросали наши фортификационные сооружения количеством, да, и так далее. Поэтому война очень тяжелая. Соответственно, это первое. Второе – это от нарастания санкционного давления. Чем больше будет санкций, тем более они жесткими будут, без всяких вот этих способов обойти их. Чем больше европейское сообщество и Соединенные Штаты будут обращать внимание, и партнеры, обращать внимание на страны, которые предоставляют России возможность обойти санкции и будут вносить санкции второй волны против этих стран, против элит этих стран, которые хотят заработать на крови, да, сегодня. Целый ряд стран уже хочет заработать на крови и так далее. То есть и, соответственно, конечно, это существенно уменьшит срок войны, ведения войны. Третье. Если в России вот это все-таки информационная блокада, которую они же сами себя там все позакрывали, у них нету ничего свободного, кроме пропагандистской машинки, которая рассказывает, как эффективно они убивают украинских детей. Да? Так вот, если внутри начнутся какие-то процессы, брожения, да, когда семьи убитых российских военнослужащих, да, которые пришли в чужую страну и убивали там людей, их же тоже армия наша убила, да? Когда вот эти семьи начнут задавать вопросы, а таких семей очень много. Только по самым скромным подсчетам на сегодняшний день погибло от 30 до 35 тысяч военнослужащих российской армии и частных военных компаний на территории Украины. А вместе с санитарными потерями, число составляет порядка 70-80 тысяч. Вы представьте себе число жертв, которые господин Путин организовал для собственного населения. Да? Так вот, когда там начнутся какие-то разговоры по поводу, почему на территории другой страны так массово убивают российских военнослужащих, да, то тогда, наверное, война начнет приходить к своему логическому завершению. Но Украина не пойдет ни на какие территориальные, подчеркиваю, уступки, потому что любые территориальные уступки сегодня мы можем назвать Минск-3. Вот у нас был Минск-2, который привел, к сожалению, к данному объему военного вторжения Российской Федерации. Минск-3 — это будет война, отложенная война на год, на два, но еще больше интенсивности. То есть вы поймите, по своему мировоззрению, современная российская политическая элита, она считает Украину страной, которую нужно уничтожить. Это не какое-то просто слова, это их принципиальный план, в том числе план на эту войну, на эту так называемую специальную операцию. Они хотят зайти и максимально уничтожить государственность украинскую и, соответственно, необходимое количество людей, которые им для этого нужно уничтожить. Так что это будет, это может продолжаться годами? Нет. Нет, война не может продолжаться годами. Я хочу сказать, что интенсивность войны настолько высока, что она требует чрезвычайного объема ресурсов. У России таких ресурсов тоже не так много, как все думают. Да, у нее, конечно, еще много бомб, которые они сбрасывают. Почему они сегодня применяют все виды тяжелой артиллерии? Потому что они отказались уже от каких-то, у них просто нету более слабых там ракет, например, или бомб и так далее. Они сейчас используют максимально тяжелые, максимально многотонные бомбы, всю артиллерию, которая есть. Они даже вывезли так называемые ТОСы, это тяжелые огнеметные системы, которые сжигают людей на, там, на большой территории, просто заживо сжигают, высасывают воздух из легких у людей и просто сжигают изнутри. Это ужасное оружие, которое Россия применяет сегодня. Это так называемые Буратино и санцепёки, которые Россия сегодня применяет в Луганской, Донецкой области.
То есть, чтобы было понятно. Поэтому война не может идти, а война зависит от ресурсов. Это математика. Если математика будет правильная, а мы надеемся, что наши партнеры позволят нам получить в надлежащем объеме и в быстрое время оружие, то война будет заканчиваться так, как нужно Украине, в том режиме, в котором нужно Украине. Мы не хотим воевать годами. Мы хотим выбросить со своей территории Российскую Федерацию максимально быстро. Когда будет переломный момент? Вот. Переломный момент, когда начнется контрнаступление, когда мы соберем все необходимое нам оружие в достаточном объеме. Потому что любая война, подчеркиваю еще раз, это четкие математические показатели. Сколько выстрелов в день ты можешь сделать, да, необходимых той или иной интенсивности и объема. Так вот, когда мы посчитаем, что у нас математика достаточна для проведения контрнаступательных действий, перелом в войне состоится. Кремль обсуждает вновь возможные нападения на Киев, пишет «Медуза». Вы считаете это возможным? Я считаю, что Украина на сегодня гораздо более готова к любым сценарным развитием с Российской Федерацией. Но еще раз подчеркну, Россия на сегодняшний день не имеет должного объема ресурсов для того, чтобы планировать сложные многокомпонентные операции. Интеллектуальный уровень, в том числе Генерального штаба Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, чрезвычайно низок и совершенно несостоятелен одновременно просчитывать, еще раз подчеркну, многокомпонентные операции. Это первое. И второе, очень важно. Россия сегодня вбрасывает очень много специальной информации для того, чтобы создать панические настроения в Украине и понизить таким образом высокую степень воодушевления людей, да, мобилизацию понизить у нас, я имею в виду мобилизацию эмоциональную, для того, чтобы мы воевали, скажем так, прямо, да, психологически более неуклюже, более неустойчиво, потому что мы должны были бы паниковать. Так вот, все эти информационные заявления наша разведка поставит нас в известность гораздо в более полном объеме, когда необходимо будет подготовить что-то дополнительное для защиты нашей страны. Вот и все. Еще один вопрос по поводу военных, которые вышли с Азовсталь. Что с ними сейчас? Весь мир ждет, что с ними будет, потому что есть разные заявления официальных лиц России, что они могут получить смертную казнь или что-то такое. Вот, как вы видите эту ситуацию и как возвращаете этих людей в Украине? Три коротких ремарки здесь. Первое. Очень крайне негативно я отношусь к любым комментариям, касающимся того, что происходит сегодня с нашими ребятами с Азовстали. Почему? Потому что есть определенные договоренности. Переговорный процесс по их освобождению, мы же их не освободили еще до конца, продолжается. Там есть целый ряд участников, в том числе международных институтов, которые тоже брали на себя определенные посреднические обязательства. Весь этот процесс еще идет, и поэтому есть в рамках этого процесса договоренность официальным лицам, не просто каким-то случайным представителям той или иной политической элиты, да, говорить ради того, чтобы собрать какой-то хайп в газетах, а именно официальным лицам не комментировать этот процесс. Теперь, что касается заявлений, тех или иных заявлений от должностных лиц Российской Федерации. Я не совсем понимаю их личную тактику. Каждый из них подобным заявлением вписывает себя как человека, который совершает, по сути, военное преступление, нарушая те или иные декларации, те или иные меморандумы, в том числе женевские, да, которые четко описывают модель поведения должностных лиц во время войны, какие заявления можно делать, какие нельзя и так далее. То есть они сами себе подписывают соучастие в том или ином преступлении. Зачем они это делают, с какой целью, я не совсем понимаю. Очевидно, они хотят войти в историю как люди, сидящие на скамье подсудимых после окончания войны. Скажите, пожалуйста, как вы видите вообще победу Украины? В какой момент Украина сможет сказать, что достигла своих целей? Смотрите, победа есть несколько уровней, да, это ж надо понимать, это же тяжелая война. Есть локальная победа, которую мы будем рассматривать как возможность проведения действительно полноценных переговоров. Это когда российская армия прекращает огонь и выходит на рубежи 23.02 до момента нападения, ну, вторжения, да, и после этого садимся за стол. Это не окончание войны, это временное перемирие, то есть на этих позициях, да, после этого мы садимся за стол переговоров, полноценные переговоры, там могут участвовать и посредники, неважно, кто там будет участвовать, главное, что это будет полноценный переговорный процесс, а не процесс переговоров с позиции силы, когда российские танки стоят возле того или иного нашего города, стреляют, и при этом нам говорят, что мы ведем переговоры. Так вот, вот это будет локально
реальная победа – это выход на 23.02. Это не означает, что мы будем рассматривать это как победу действительно Украины. Для меня лично победа Украины будет выглядеть следующим образом. И о чем президент уже говорил, да, полная территориальная целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. После этого Россия должна потерпеть неизбежное поражение, потому что они это будут считать поражением. И у них должна начаться, вот это главное, что я считаю, для мира крайне важно всем на этом сосредоточиться. У них начнется внутренняя трансформация политической системы. Любой проигрыш запустит систему трансформации. То есть для нас понятно, смотрите, и для вас должно быть понятно, Россия никогда, подчеркиваю, никогда не будет демократической страной. Лагерь не бывает демократической страной. Это иллюзии. Он всегда будет авторитарен или тоталитарен в той или иной степени. Россия всегда будет авторитарной или тоталитарной, исходя из конструкции своего общества. Но как только у них начнется трансформация политической системы, мы получим время на укрепление, существенное укрепление нашего с вами партнерства в рамках единой Европы, Евросоюза, укрепление наших экономик, потому что Россия не будет на нас обращать внимание, они будут заниматься внутри дележкой власти. И тогда на укрепление границ Российской Федерации, на усиление армии, существенное усиление армии, для того, чтобы Россия, когда она уже сможет опять пытаться диктовать какие-то условия в регионе, наткнулась на абсолютно хорошую, качественную оборону, оборонный союз, я бы так сказал, в который будут входить Европа в целом. Вот такая, как бы я бы считал, что вот это будет эффективным выигрышем Украины в войне. А как видите окончание этой войны и чем она закончится? На самом деле. Война закончится на условиях, еще раз подчеркиваю, президент Зеленский неоднократно говорил, война закончится только на условиях Украины. Что бы сегодня россияне не говорили, мы закончим так, как нужно будет Украине, для того, чтобы не иметь в будущем подобных проблем. И нам кажется, что все, наверное, страны, которые живут по периметру Российской Федерации, крайне заинтересованы. А я вижу по поведению и Молдовы, и Польши, и по поведению наших балтийских партнеров, Эстония, Латвия, Литва. Я вижу по поведению там, даже общества, грузинского общества, там, азербайджанского общества, я вижу, что все заинтересованы были бы в том, чтобы Россия стала не варварской страной, чтобы она занималась только собственным внутренним пространством. И вот на этом мы, конечно же, будем настаивать в окончании этой войны. После начала войны в Украине уже говорят о новом мировом порядке. Как, по-вашему, она будет выглядеть? Где место Украины в этой формуле? Новый мировой порядок, к сожалению, это еще не время нового мирового порядка, это еще время платы по долгам за старый мировой порядок, когда часть европейских старых стран, в частности Германия, в свое время, в 2007 году повелась на Мюнхенскую речь Путина и попыталась перестроить классический мир, перестроить на какую-то систему, где Россия должна была бы занимать очень важное место. И в двадцатке, и в семерке, ну в восьмерке вернее, и так далее. И определять правила современного глобального общежития. Это привело к нынешней трагедии. Мы сейчас платим еще пока по старому мировому порядку вот эту цену. Украина оказалась страной, которая должна заплатить наибольшую цену. Нам бы хотелось, чтобы после этого новый мировой порядок выглядел следующим образом. Чтобы военные альянсы действительно существовали. Но военные альянсы не ради самого военного альянса, а которые будут действительно в случае возникновения подобного глобального кризиса сразу вмешиваться в него. Нам бы хотелось, чтобы была более эффективная система взаимопомощи. То есть не потому, что вы там страна нейтральная, так пусть вас такой варвар придет и уничтожит в полном объеме. И, соответственно, спровоцирует гуманитарный кризис, миграционный кризис, продовольственный кризис, технологический кризис, военный кризис, неважно. Нам бы хотелось, чтобы тогда мировое сообщество принимало в течение короткого времени все жесткие решения о немедленном, например, введении санкций, это будет обязательный инструмент, о немедленной изоляции страны с глобальных рынков, поэтому необходимо будет не создавать монополию. Вот для России создали газовую монополию в Европе, и сегодня есть проблема существенная. О немедленной изоляции финансовой системы того или иного варвара, чтобы он не мог зарабатывать деньги на глобальном рынке, не мог одной рукой продавать деньги, а другой стрелять по тем же людям, которым он продает товары и так далее. И о немедленной военной помощи. Мы не можем, как страна, мы как любая страна маленькая, да, ну, относительно маленькая по сравнению с Российской Федерацией, мы не можем себе позволить тот объем оружия, в том числе современного объемного оружия, да, и те технологии, которые военные разрабатываются, да, которые может себе позволить
любая богатая, богатая не в смысле технологий, а богатая в смысле ресурсных денег страна. Вот Россия долгое время вкладывала ресурсные деньги, которые зарабатывала в Европе на газе и нефти, вкладывала в военные технологии, в накопление военных ракет, ну, условно говоря, крылатых ракет и так далее. Так вот, мировой порядок должен будет все эти риски реально оценивать, реально, а не сказочные риски о каких-то космических войнах, да? Вот они должны будут оценивать это дальше. Новый мировой порядок должен быть более строг к лоббизму. Вот российский лоббизм, к сожалению, испортил Европу. С 2008 года вложены десятки миллиардов, подчеркивают, долларов в скупку политических партий в Европе, общественных движений, журналистского сообщества, профессуры, которая создавала пророссийские нарративы. Вот это тоже необходимо анализировать и узаконить лоббизм, чтобы было понятно, что если русские платят какой-то партии, ну или представителям какого-то общественного движения, что это русские деньги, и они идут на лоббизм именно России, а не каких-то общегуманитарных ценностей, как это сейчас выглядит. То есть вот это все будет изменено. А место Украины здесь будет инициатор всех этих изменений. Мы хотим сидеть на равных за столом, да? Не как сегодня все страны, типа вы и мы, сидели где-то в другом месте. Сейчас Украина доказала, что она может быть инициативна, она интеллектуальна, она готова платить высокую цену, и мы точно понимаем, как должна выглядеть глобальная безопасность в новом веке. Да, спасибо вам, господин Подоляк, спасибо большое, что вы согласились побеседовать с нами, и мы вам признательны, что вы нас защищаете, берегите себя, спасибо большое, и надеюсь, что еще таких беседов будут. Большое спасибо вам, и я очень тепло отношусь к молдавским нашим друзьям, и вам большой привет, и очень хочу, чтобы вы жили, не зная, к сожалению, то, что знаем мы, и мы поможем, чтобы вы никогда не столкнулись с такими варварами, с которыми мы столкнулись. Дай Бог, спасибо вам большое, берегите себе. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne vedem lunea viitoare, vă doresc o săptămână liniștită.